Добрый день, уважаемые трейдеры! Видеоинструкция, как открыть личный кабинет в компании Forex4U. Итак, с этим брокером я знаком уже более 9 лет. Брокер хороший, развивается, постоянно улучшает торговые условия, работает для клиентов, изменяет сайт. Есть у брокера центовые счета, стандартные счета, PAM-счета, есть сервис копирования, есть свои ВПС, то есть брокер работает, работает давно, надежно, уже зарекомендовал себя как надежного брокера, поэтому я вам рекомендую к нему присмотреться. Итак, чтобы открыть личный кабинет у этого брокера, переходим по ссылке на сайт www.forex4u.org. Нажимаем «Личный кабинет». Появляется вот такая табличка. Ничего тут не делаем, нажимаем только кнопку «Регистрация». Здесь мы вводим номер телефона. Я подготовил свой рабочий номер телефона специальный. Спамеров прошу не звонить, потому что этот телефон я все равно выключу. Пароль указываем. Имя указываем. Указываем на латинском. Латинскими буквами. E-mail указываем. .ru. 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 Страну, в которой вы живете, и обязательно указываем код партнера, код привлекшего партнера. В нашем случае это 289AD11. То есть вот такой код, он будет внизу под видео, можете скопировать его и указать. Этот код говорит брокеру о том, что мы, администрация ресурса TradingGo, помогли вам открыть личный кабинет у брокера Forex4U. Помимо этого, с помощью этого кода, когда вы, после того, как вы откроете личный кабинет, вы можете пользоваться всеми нашими программами абсолютно бесплатно. Конечно, вы можете не указывать этот код и просто открыть личный кабинет. Ничего страшного в этом не будет. Но в будущем, когда вы захотите использовать наши торговые панели, советники, индикаторы, скрипты и прочее, вам все равно понадобится указать этот код. А для этого придется с нуля открывать личный кабинет, указывать новый номер телефона, новый почтовый ящик. Это будет проблема. Поэтому не создавайте себе проблем на будущее, просто укажите этот код, и вы получите массу приятных бонусов в своей работе на валютных рынках. Дальше нажимаем «Подтвердить» и «Продолжить». Вам на телефон придет смс, которую нужно будет ввести в поле, и тем самым вы подтвердите телефон, свой мобильный телефон. Подтвердить и продолжить. Вот он, видите, выслано смс с кодом подтверждения. Вот сюда указываем подтвердить и продолжить. Я этого делать не буду, потому что у меня уже есть личный кабинет у брокера Forex4U. Вот он. И я вам буквально чуть-чуть пробегусь. Сообщение от брокера, общая панель управления личным кабинетом, где торговые счета указаны, сервис Share4U, там еще и дополнительные счета, потом раздел для партнеров, PAM-сервис, управление счетом, пополнение, снятие. Пополнять можно Visa, MasterCard, Яндекс.Деньги, WebMoney и другие платежные системы. Торговые операции, аналитика. Вот, кстати, обратите внимание, как сделана аналитика. Видео от аналитиков, Dow Jones, Trading Central, AutoChartis и разбор полета. Вот эта штучка мне очень нравится. Здесь описана ваша торговля, то есть насколько она рискована, именно ваша. То есть вы торгуете какое-то время, и вам здесь будут писать, что у вас мало сделок, много сделок, маленький профит, большой профит. То есть сам сайт, определенный механизм анализирует вашу торговлю. Демо, открыть демонстрационный учебный счет, ну и сам сервис Share4U. Ну, это сервис по копированию сигнала. Вы выбираете, кто вы, поставщик сигнала, продаете свои сигналы, или подписчик. Вы покупаете сигналы, и
Ну, у лидеров покупаете сигналы и, соответственно, на этом зарабатываете. Вот видите, тут графики такие небольшие. Ну, нажимаете копировать. И счет автоматом подключается к вашему счету. Без вашего участия происходит копирование. Ну и таким образом вы зарабатываете. Если вы не опытный трейдер, вы можете выбрать себе опытного управляющего. Тут, кстати, вот смотрите. Вот у Line Wolf. 6, почти 7000%, почти 42 тысячи, ой, 4200 подписчиков, торгует 603 дня, по-моему, да-да-да. И вот у него второй же счет, тоже можно подписаться. Уровень риска средний, копировать, а ну-ка нажмем копировать, посмотрим. Рекомендуемый депозит $452, то есть, видите, тут все сделано, продумано, и можно подписаться. Копировать его сигналы. Вот, в принципе, и все, что касается этого брокера. Я вам рекомендую просто посмотреть, попробовать, потестировать его на демо-счетах, погонять, посмотреть, разобраться с сервисом для того, чтобы вы что-то знали, имели опыт того, какие существуют сервисы копирования. Вы можете посмотреть, какой у них, какие они VPS-сервисы свои предоставляет. Ну, в общем, как-то так. Вот такой вот неплохой брокер по сравнению там с многими другими. Это уже брокер проверенный временем. Я, как говорил, больше 9 лет знаю этого брокера. Наблюдая за работой, никогда не видел что-то плохого в адрес трейдеров и не видел плохих отзывов. Такие фейковые отзывы я видел плохие, но чтобы что-то было реальное, нет. Поэтому как бы мне этот брокер нравится, он мне приятен. Спасибо за внимание. Видео было подготовлено для сайта tradinggold.ru. Если оно было для вас полезным, поставьте, пожалуйста, лайк, подпишитесь, ну, как-то отметьтесь, чтобы у меня был дальше интерес и желание делать подобные ролики. Огромное спасибо еще раз. Профита и успеха.